по телевизору, как не включишь, вот, это ядерная бомба, ядерная бомба, ядерная угроза, ядерная. Что так говорят, как будто прогулка легкая какая-то. Как будто наши внуки там через много лет будут говорить, помнишь 2022 год? Ой, хороший год был. Тогда еще ядерная война была. Мы с Маришкой на Волгу поехали, я помню, на Налима. Да не будет такого просто, не будет, некому говорить-то будет. Ни внуку, ни Маришке, ни Налиму. Хотя нет, наверное, Налим-то как раз заговорит. Радиация и хламидию разговорит. Не, мира хочется, мира, мира хочется. Надеюсь, разберутся, уверен, все будет хорошо, так или иначе, все, уверен. У меня в связи с этим только два вопроса осталось. Значит, где Познер и когда ревакцинация?